Чувака. Алло. Алло. Здравствуйте, Людмила Ивановна. А что, вы в Майнкрафт играете? Да. А у вас дом есть, да? Вы сами построили? Конечно. Хочу вас пригласить в дом. О, чтобы... стой, зачем вы меня бьете? Зачем вы греферите? Вы же милая бабушка. Не, ну я... А что я без дома буду делать? А внучок на меня обидится, если вы дом развалите. Не надо мой дом бить и разламывать. Я больше так никогда... А на улице вечереет, у нас есть инфо-донате, варп-донат, вот такой вот, как на гагатуна, да, похож какого-то? И вообще гагатун, он это, не особо как-то блещет своей красотой, да и вообще он какой-то странный гагатун. Зачем, вообще о чем-то я? О том, что я заболел, и поэтому не было долго роликов, и сейчас я жду звонка какого-то чувака. В общем, ладно, сейчас будем говорить. Алло. Алло. Привет. О, здравствуйте. Ага, как дела? Нормально, а вы кто? А я... Людмила Ивановна. Людмила Ивановна? Да. Здравствуйте, Людмила Ивановна. А что, вы в Майнкрафт играете? Да. Это хобби у вас такое? Или как? Да, хобби у меня такое. Как вы к этому пришли? Внука научилась. А, внук научились. Ну да, это практика такая, знаете, нередкая. Внуки учат бабушек играть в Майнкрафт. А вы хотите как, чтобы мы, то есть, вместе играли, да, с вами? Да, ну да. А у вас дом есть, да? Вы сами построили как? Конечно. А. Я хочу вас пригласить в свой дом, чтобы помогли чего-нибудь. Ну, коль уж вы... Людмила Ивановна, да, я не ошибаюсь? Ага. Вы гриферить точно не будете, как я понимаю. Ага. Так, ну тогда... А у вас какой ник? Сейчас. Я в чате напишу. А, в чате напишите, давайте. А что вы напишете? Один. Единичка. А, вон, как клоугер какой-то. Угу. Сейчас, ну сейчас клоу напишу. Ой. Все, я вам прописал. Ага. То есть вы умеете принимать, да, в дом? Конечно. Что-то очень прям непривычно как-то. Да вот меня тут внук стажирует каждый день, вот научилась. А. Да, как-то непривычно играть вот с бабушкой. Зато хозяйственное, наверное, все у вас там дома есть. Конечно. ТП напишите, пожалуйста. Вот, я пишу. Вот. Ну, все понятно, то есть весь... О, вы приняли, у вас получилось. Ага. Так, какой у вас дом? Ой, кто-то тут бьет кто-то. Ага. Ой, нас тут бьют с вами. Давайте сейчас зайдем тогда в дом. С какой-то бьюти. Тут админы следят, сразу еще банят их. Вот. Так, это вы правильно, да, закрыли. Они не про... Ой, они еще ломают. А, они хотят над нами поиздеваться. О-о-о, там нас убили с вами. Не переживайте, это гриферы, как бы. Вы знаете, что здесь гриферы тоже бывают? Да знаю. Давайте я вам еще раз кол пропишу. Вот такие вот люди так вот живут. Так, ГАЗ-228 его ник. Сейчас я избавлю нас от него. Все, я избавил. Вот, я сейчас еще раз вам кол пропишу. Да, хорошо. А он вас не убивал, ничто? Нет. Стой, зачем вы меня бьете? Стой, или это вы меня били, что ли, все это? Ну, как бы, наверное, я. Так, погодите. Это вы меня убиваете постоянно, что ли? Так это не они меня убивали? Это, получается, зря их наказали? Ну, да. Подождите, я сейчас еще раз кол напишу. Что вы смеетесь? Это вы меня убиваете? А, это вы меня убиваете? Стойте, зачем вы гриферите? Вы же милая...
Бабушка. Бабушка, да, да что же вы делаете? Старушка. Не, ну я... Ну, блин, слушай, зачем? Зачем убиваете-то? Это вас внук так, да, научил, видимо? Да, да. Может, вы на него работаете, я не знаю. Ну, так мы тут, я тут сижу вот за компьютером. Ну, то есть вы грифер, как я понимаю. Угу. Ну да. Да. А вам это нравится, да, вот когда вы других людей убиваете, то есть отнимаете? Ну, их а вещи? Как же, чё? А как же? Забавно. Так положено. А, так положено. А, не получается мне, да, что-то сейчас ударить? Не получается, вот никак. Да, просто я вот админ этого сервера, как бы. Получается, если это дом вашего внука, то его сейчас придется лишить этого дома. То есть, ну, тоже... Ой-ой, а зачем же это да так грубо? А что я без дома буду делать? Ну, я не знаю, но вы меня убиваете, как бы, вы меня гриферите, я не знаю. Вы должны внести наказание. Я, конечно, не думал, что вы будете гриферить, я думал... А внучок на меня обидится, если вы дом развалите мне. Ну, он обидится, но зачем же вы гриферитесь тогда, если он обидится? Так вот. Ну пожили бы мирно с вами, что же так вот. Не надо мой дом бить и разламывать. Блин, мне, конечно, сердце сжимается, но... Ну, блин, я должен так наказывать людей. Рано или поздно начинать надо, да? Да. Блин. Кому-то начинать. Я еще обязан вас как бы забанить. Не надо меня забанивать. Ну почему? Ну, внук ваш, я думаю, обрадует, что вот его забанили, лишили дома, честно. Да, чё ж он, ага. Ничего ж он обрадуется. Ну а что, зато честно, вы как бы гриферите, как бы. Не надо мне разваливать дом. Ну, я не знаю, ну, блин, я вот вас забанил. Да, меня внук с моего дома выгонит. С вашего дома выгонит? Да. Ну, ваш внук вообще, знаете, он, значит, грифер, он вас учит нехорошим вещам. Ну, то есть вы убиваете других игроков, не очень это хорошо, на самом деле. Ну, так, а надо лучшая защита — это нападение. Ну, конечно, это согласен я, лучшая защита — это нападение. Но тут мир не такой жестокий, можно просто жить мирно, дружить. То есть не обязательно нападать. Ну, я, в общем, дом вернул вам, видимо, вашему внуку, раз вот так вот он. Вы будете разбанены через... день. То есть бан я дал на один день. То есть так вот. Вы войдете в игру, ну, блин, конечно, не, ну не. В общем, ваш внук учит вас плохим вещам. Да? Да. Я ему дам, кажется, что плохого меня не учил. Пусть переучивает хорошему. Блин. Ну ладно. В общем, с вами было приятно. Спасибо. Внуку скажите, что больше вас так не учил плохим вещам. Хорошо, я ему ремешка отстегну. Да. А вы будете сами больше гриферить? Ну, не знаю. Сказали, нельзя убивать никого. Ну, так не надо. Не нужно никого убивать, это плохо. Как же тогда? А меня если убьют? А, ну если вас убьют, то... Это хорошо, да? Ну пишите... Одного грифера меньше будет. Это не... Вообще логика хорошая, да. Одного грифера. Не, ну если вас убьют, как пишите жалобу в группу, там все такое, админы его накажут, то есть вот так. Кто напишет, если меня убьют? Ну вы напишите. Там скриншоты сделайте, все такое. Ну... Я больше так никогда не буду. Хорошо. Я исправлюсь. Исправитесь? Хорошо. Это самое главное. Ну хорошо, тогда до свидания. Больше не гриферите. Хорошо. До свидания, Любина Ивановна. До свидания. Да, как-то вот бабушка играла на сервере как-то, да. Как-то необычно. Что-то я удивился, как бы таким вещам учит бабушка. Вот как бы. В общем, если такое происходит, то мы отучиваем бабушку от этого, тогда и бабушка не будет больше гриферить. Дом я верну, разбанен, она будет через день. Заходите на сервер, тут играют бабушки. Так что если вас кто-то убил, знаете, это может быть бабушка. Не посылайте матом этого человека, и будет неприятно. Ну, в общем, всем спасибо, заходите на сервер, это тюрьма. Тюрьму я бабушку помещать не стал. Всем спасибо, IP в описании ролика, заходите. Всем пока.